Комментарий по матчу. Congratulations, your brief comment about the game. No, we got the win we wanted today, and yeah, now we know what we have to do, and just to focus for next game. Ну, мы должны были сегодня выиграть, и мы выиграли. Мы знаем, что делать, поэтому готовимся к следующему матчу. Перед матчем, в преддверии матча родился у него ребенок. В связи с этим какую-то эмоциональную встряску, может быть, эмоции какие-то дополнительные получили. So you became a dad just yeah. before a game. Did it give you any new emotions? Maybe. It was not. I became dad last night, late last night. No, it's. It's been crazy. A lot of emotions, emotions that probably all you guys that are fathers and mothers don't know exist before she's there. But unbelievable, and of course it's extra special that we win today. So I'm happy. Да, позавчера я только стал отцом. Просто невероятные эмоции. Я думаю, что все вы ребята, многие из вас, наверное, знают, что это такое. Среди вас наверняка тоже есть отцы. Это просто непередаваемые чувства. Конечно, мне сегодня переполняли эмоции. Я рад, что мы еще и выиграли сегодня. В прошлых матчах тяжело было забросить коврижу. Сегодня отгрузили 4, причем за 2 периода. Что изменили в игре? Вратаря разобрались, стали по-другому бросать? Well, in the previous games of this series it was hard for Ufa to score against Jakub Kovarž. But tonight to score 4 times. What happened? Did you maybe had some video lessons? Yes and no. Of course we looked at video at their goalie. I'm sure they're looking at Metsola as well. But I think we had the other games we had chances to score. He's been playing well, and today of course it's nice to find the holes in him and put the puck in the net. So it was good. Ну да, конечно, мы разбираем его игру, я думаю, так же, как и автомобилисты разбирают игру Юхи. Ну что сказать, в предыдущих матчах, да, нам было довольно тяжело забить, но сегодня нам удалось найти бреши в его обороне. Ну что ж, очень рад, что так получилось. После забитого гола вы поприветствовали болельщиков с плакатом персональным. Заранее это придумали или так случайно получилось? Вы успели прочитать, что было написано? After you've scored, you greeted fans with that banner about yeah, you. Yeah, it's did you see it before the game, or it was just a yeah. I've seen them. They've been standing there all last year and this year, and it means a lot more than they probably think. It's very special to have people that you know believe in you and support you every game, and I'm grateful. And I saw that they put a little PH on my name today, probably for a girl name, but no, it was special, and I appreciate it a lot. Ну да, этих ребят я уже давно приметил, они в прошлом году там стояли и персонально меня поддерживали, и флаги вывешивают, и до начала матча, конечно, да, я видел, что этот вот баннер, и очень большое спасибо хочу сказать как им, так и всем болельщикам, которые нас невероятно поддерживают просто как сегодня, так и в предыдущих матчах. Мы говорим спасибо вам, Филипп. Good luck. Thank you so much. Thanks, guys.